I want this winter to be different. I want to face cold instead of avoiding it. Some consider cold as a dangerous enemy, others as a good friend. It kills some people while making others stronger. We deal with it very often, but we don't understand fully what cold is, and that creates different fears. But this time, I won't wait when winter is over. I will fully embrace it instead. It's a bit chilly today. Аномальные морозы уходят из центральной России. Правда, по ночам еще сохранится стужа до минус 24. В Москве таких холодов не было больше 40 лет. Мороз останавливал на этой неделе поезда, а в аэропортах столицы задерживают рейсы. Ночь с 3 на 4 января стала самой холодной с начала зимы в Москве. Столбики термометров рухнули до 27 градусов, в Подмосковье до минус 30. Таких морозов в столичном регионе, по словам синоптиков, не было с 1982 года. So, I'm on my way to meet my walrus friends. I didn't explain who my walrus friends are. In Russia, we call a cold-resistant person a walrus. These people are up with snow, dive in an ice hole, or swim short distances in icy water. That's why they're compared to animals that are well adapted to cold weather and are accustomed to swimming in ice water. It's quite a popular activity in all the cities of Russia. And in Moscow, there are multiple walrus clubs, and I decided to join one of them. Успокойся. Не надо вот этих истерик. Мы же проводим соревнования по зимнему многоборью. Это бег с гирями упражнений и потом плавание без остановки. Meet my friend Katya. Welcome Hello. To Russia. She is a champion in winter swimming. Katya, расскажи вообще, сколько лет ты занимаешься зимним плаванием? Зимним плаванием я занимаюсь 3-й сезон. 3-й год я участвую в соревнованиях. Только 3 года? 3 года. Я думала, уже лет 10, я не знаю. Нет, я недавно относительно познакомилась с этим направлением, а закаляться начала только 4 года назад. Почему ты выбрала именно этот вид спорта? Потому что я узнала, что вообще люди плавают. Для меня это было открытие. А потом я узнала, что они могут плавать 20 метров, 50 метров. И я решила попробовать свои силы в этом направлении. А в каких ты уже участвовала в соревнованиях? И какая у тебя, скажем так, специализация в зимнем плавании? Мой любимый вид плавания – это брас, потому что у меня сильные ноги, и я могу хорошо их использовать. Кстати, зимнее плавание – такой вид спорта, где ты можешь посетить много разных городов. И что интересно, очень такая приятная атмосфера зимних пловцов, потому что все люди, они совершенно разные, и их соединило плавание. Это не профессиональные пловцы,
А это просто люди, которым нравится холод, и они с радостью это делают. Вот в проруби вода, она обычно сколько градусов? И она меняется на протяжении зимы, там, выше, ниже, или она всегда одинаковая? Я тебя обрадую, что ниже нуля температура не опускается. Она всегда положительная. Но, конечно, температура может быть от 0,5 градусов до 3-4 зимой. Но все зависит, прежде всего, от температуры снаружи. Чем морознее, тем вода будет казаться теплее. А ты чувствуешь эту разницу между плюс 1 и плюс 4? Или всегда одинаково? Все от настроения зависит. Как бы нету такого, что холоднее. Кому-то холоднее. Это, кстати, можно проверить в раздевалке перед соревнованиями. Кто там отплавал, выходит, ой, сегодня, говорит, вода такая холодная. А другой, ой, что-то такая теплая, хорошо плавалась. Поэтому очень все субъективно. Как начать моржевание? Может ли человек неподготовленный просто пойти в прорубь, или так нельзя? Можно. Главное, все постепенно. Ты раздеваешься, начинаешь постепенно заходить. И главное дышать. Самая такая ошибка распространенная, что люди начинают очень сильно дышать или не дышать вообще. Происходит спазм, и они паника начинается. Угу. А когда паника, там уже никакого удовольствия, одни мучения. Такого не должно быть. То есть нужно готовить не только свое тело, но и все, ментально. Да, все от головы идет. Какая будет польза? Ну, для меня какая польза? Я чувствую прилив сил после окунания. Сейчас я имею в виду не зимнее плавание, а вообще закалку. Выброс гормонов, эндорфины поступают в кровь, ты чувствуешь себя лучше. Получается, организм получает дозированный стресс, и на этот стресс он адаптируется постепенно, и ты можешь как бы, в обычной жизни... Для тебя уже не будет там холодно, для тебя не будет проблем, если ты там ноги замерзнут, ты знаешь, что ничего страшного не случится, что они оттают, все будет хорошо. Потом укрепляется иммунитет. А у тебя, ты чувствуешь, что повысился, скажем так, порог, что ты меньше мерзнешь, да? Я меньше мерзну в воде. То есть нет такого, что ты такая, а я буду зимой теперь ходить в футболке, потому что я моржую. Нет, я вообще очень люблю тепло, что когда я выйду из воды, мне будет тепло. Удлиняется время нахождения в воде. Ты можешь комфортно себя ощущать. Тебя не будут сильно ломить там, пальцы рук, ног, потому что после 5 минут уже начинаются такие не очень приятные ощущения. Ну, ты с ними справляешься, ты уже представляешь, что тебя ожидает, как организм будет на это реагировать. Теперь конкретно моя ситуация. Я погружаюсь в воду секунд на 15-20 и вылезаю. Я не знаю, как начать именно плавать, как себя к этому подготовить. Я вот боюсь, например, что я поплыву и замерзну, и не доплыву обратно, то есть какие-то вот страхи в голове. Ну, эти страхи понятны, потому что ты не знаешь, как, что будет. Ну, 20 секунд, это можно сделать там 5 грибков в одну сторону, 5 грибков в другую. Просто плыть рядом с бортиком, если что, там ты можешь захватиться за край бассейна, если страх, что там не будет дна, например. Да, что там что-то случится, ты не сможешь двигаться. Вот, в любом случае тебя вытащат. Но это в крайнем случае, таких еще не было у нас вариантов. Просто потихонечку удлинять время, делать какие-то движения руками, ногами. Такой в игровой форме себя развлекать, понимать, что ты держишься на воде. И постепенно 2 грибка в одну, вернулись, 2 грибка в одну, вернулись. Еще можно добавить плавание в теплом бассейне, чтобы появилась уверенность, что ты хорошо плаваешь, уверенно себя чувствуешь. И плавать в 50-метровом бассейне. Вот, глаз уже так и привыкает к 50 метров. Ты приходишь на 25, думаешь, а, что тут делать? Все постепенно. Ты меня вдохновила. Пошли. Пошли. It's very well organized here. There is this heated warm house just about 50 meters away from the ice bath. So you can run here after a plunge. Что,
Как ты готовишься к заходу? Готовиться особо и не нужно здесь. Главное. Главное не подскользнуться. Снимаем тапочки. Трогаем. Я люблю медленно заходить. Постепенно. Вышел. И вот так вот. Вот так вот. Ну вот и все, самое трудное позади. Какие ощущения? Ощущения уже не холодно. Да. Вообще? Вообще не холодно. Вообще ничего не чувствую. Нет, ну, самое трудное, да, опуститься с воздуха в воду. Но когда ты уже в воде, то это более комфортно, ты можешь быть в ней. А нет такого, что пальцы замерзают? Пальцы подмерзают. Подмерзают. Но можно не шевелить под водой даже. Да, так. Шевелишь, и кровь поступает. И можно подольше находиться. А сколько обычно ты проводишь времени в воде? Если плавать не удается, то я стараюсь минут 5. Ну, просто в проруби погулять. Вот. А если плаваешь, то метров по 100, по 150 проплыть тоже будет нормально. А какой максимум времени, что ты была в ледяной воде? Максимум я не засекала, но в том году у нас были пробные соревнования по водному поло в зимнем бассейне. И у нас было 2 раунда по 5 минут. Я не менялась. Как ты остаешься такой спокойной? Ну вот это, наверное, как раз и есть практика в воде. Когда сердцебиение не повышается, что нервничать. Ты, кислород поступает, все функционирует. Вот пальчики начинают подмерзать. И нам рассказывали, что такую систему согревания, когда ты ударяешь по пальцам. Саня, помози. И так встряхиваешь. Интервью я. И возвращается чувствительность. Еще некоторые так делают. Греют подмышками. Даже в воде, когда руки подмышками, пальцы согреваются. Удивительно, но факт. Ты примерно 3 минуты сейчас в воде. Я, конечно, все понимаю. Да, но у нас очередь. Спасибо, ребята, за понимание. Все, я выхожу. Ты бы там сидела и сидела еще, да? Если бы не очередь. Скажи, как сейчас ощущения? Выходить всегда хорошо. Все греться, потому что второй заход еще будет. Готова? Готова. Так что это теплая вода. Ты на море. Все хорошо. Спокойно, спокойно. Ну и что? Да. Посиди еще чуть-чуть. Куда ты пошла? Куда я пошла? Ладно, еще туда обратно. Нет. Вот, побегай. Молодец. Так, какие дальнейшие действия? Можно отпереться, где вода. А то
попробуй побегать на месте и постряхивать воду с пальцами, чтобы кровь прям конечности стала приливать. Ага. Прям сильно. Ух! Да, во все силы. So, why do I do this, you would ask? I think I just love challenges and to do things that seem impossible. And for me, it's amazing that with small steps and some practice, you can make them a bit more possible with every time. Before, I could only plunge in cold water for several seconds, and when I saw people swimming there, I thought, who are these people? That they're some Superman, and I thought that their body is wired differently somehow, that for me it's impossible. But now I understand that it's not a body superpower. The only limit is here. Everything starts here. Some people believe that our bodies are fragile, but in fact, the biggest limit is in our head only. You can be scared of cold and wait when winter is over, but you can also adapt to it and truly enjoy this time of the year. If you don't avoid cold and accept it, then probably it will also accept you as a close friend.